Всем привет! Решил заснять черновое видео. Это изначально печка Deonexi. То есть у нас сегодня был не такой уж морозец, всего около 20 днем. И у меня после того, как машина прогрелась, печка перестала работать. Как оказалось, у меня изношены, ну вернее, один еще есть, одна щеточка. Вот от нее кусочек остался почти в ноль. А вторая только вот так вот проводок болтался и пружинка. Соответственно, вот он сам мотор. Это уже отмытый мотор печки Nexi. Не знаю, может кто-то увидит что-то знакомое. Я, честно говоря, первый раз занимаюсь ремонтом. У меня даже в восьмерке печка прослужила гораздо дольше, причем, наверное, ее никогда и не меняли. Здесь же я купил для десятки, это у нас на стартер идет, вот такие вот щеточки. Но у родной крепеж сверху, ну то есть провод выходит сверху, у этих выходит сбоку. И мне пришлось, ну как бы, на наждаке вырезать так половинки. Цена вот 4 штук вот таких вот 100 рублей. Ну, отсюда я попытаюсь сделать ремонт в 100 рублей. То есть вот они, отшлифованные такие каблучки получились. Также удалил лишний провод кусачками, чтобы он не мешался, иначе он просто не влазит в паз. То есть тут у нас есть паз. И вот таким макаром у нас щеточки будут обратно вставляться. Ну, на год должно хватить, а дальше уже думать буду. Может, найду, в принципе, такие же щетки потом. Что хотел сказать по поводу печки, вот особенности съема. У нас здесь имеется три винта основных, и вот здесь вот дополнительно где-то под провод вот этот вот. А, это на корпусе прикручивается металлическая вот такая вот где-то. Вот такая вот штука. То есть я это все дело снял, прикручивается вот такими шурупами под крестик, либо под восьмерочку. Снимается очень легко. После того, как открутили вот эти вот три винта, ну, три шурупа, и вот здесь вот сняли вот эту вот железяку, после этого поворачиваем в одну сторону, после чего у нас двигатель снимается. То есть изначально, когда вы открутили, да, он вообще не шевелится. То есть здесь специально вот такие есть ключики, которые производят фиксацию. После того, как вы это все дело сняли, вы сняли, соответственно, вот так вот, ну, с движком вставленным. Рекомендую зайти домой и проделать следующую процедуру. Я вам сейчас вкратце расскажу. Откручиваем вот эти два винта. Можно изначально двигатель сразу промыть в теплой воде. И после чего начинаем вот эту вот всю вещь аккуратно тянуть на себя, выталкивая из отсека. При этом сразу рекомендую снять вот здесь вот резиновая заглушка с провода. И также вот ножичком канцелярским вот снять оплетку, сдвинуть ее подальше, вот этот провод немножко загнуть таким вот макаром, и после чего у нас как по маслу все это дело начнет двигаться, и после чего у вас освободится мотор. После того, как вытащили мотор, чтобы заменить щетки, вам надо снять вот здесь вот два винта. То есть основные вот эти вот я не снимаю, это как раз щеточная группа. Если, конечно, есть такой ремкомплект, то можно просто поменять вот щеточную группу, и на этом ремонт ваш закончится, обратно также собираете. Ну, я рекомендую, если у вас щетки изношены в ноль, обязательно промыть вот это все дело и также посмотреть состояние вот самих контактов. Если что, вот заполировать их. Я обычно полирую пастагоя. Принцип такой, когда начинает все это дело печка помирать, когда поток воздуха недостаточен. То есть у меня еще летом она нормально дуло, а после вот как холода начались, все с каждым разом все меньше и меньше. Хорошо, не на трассе у меня. Недавно в командировке был,
Еще печка там кое-как дула, но стекло затягивало, будь здоров. То есть там уже щеток не было. То есть зимний период времени, это, мне кажется, очень актуально. Так. Камера снимает. Ну а сейчас как бы остальное в принципе не столь интересно, можете в принципе забить и не смотреть. Так, ну вот соответственно это все дело я буду спаивать. Спаивать надо таким макаром, чтобы у нас сильно много олова не было. То есть принцип, то что здесь вот медь в таком духе, это для того же сделано, чтобы у нас с вами, когда кончается щетка, происходило небольшое смещение ее, соответственно, ближе к центру вала, за счет вот этих вот пружинок. И, соответственно, провод должен гнуться. Вот тут вот, конечно, мне не нравится то, что вал. У меня немного щетки другие, поэтому вот, наверное, здесь пружинку подогну, чтобы она немного с центра брала. Извиняюсь за насморк. Сегодня пришлось на машине без печки в мороз с открытым окном, чтобы стекло не запотевало, ездить часа три по работе. Это вообще первый раз в жизни такое у меня. И вот приехал я часа три назад, до сих пор отогреться не могу. Ужас просто. И никому просто не советую. По идее, все это можно даже сделать на трассе как-то. Если, конечно, запчасти какие-то у вас есть под рукой. Но лучше. Я так понял, ну так, мало ли, может пригодиться. Это не просто как бы по схемотехнике здесь, ну в принципе печка сделана достойно, сам мотор неплохого качества. Ну вот, что касаемо самих щеток, уж больно какой-то материал тут сильно мягкий. Ну вот вы посмотрите, тут вот даже нет у нас, можно сказать, зазора, да. И тем не менее, за 4 года вот эта вот щетка сточилась просто в ноль. Я понимаю, конечно, что работа у меня такая, что ездить приходится и зимой, и летом. И, соответственно, печка дует и в жару, и в холод. Ну, блин, и на всех машинах я так ездил-то, и что-то таких проблем-то не было. Так. Соответственно, с этой проделаем также. А самое интересное, ну, на наждаке очень просто шлифуется. Хотел сначала напильником, но это, честно говоря, изврат полный. Можно сказать, тут из одной можно сделать три. Ну, соответственно, к ним нельзя никак запаяться. Соответственно, только засверлиться и как-то вставить и приклеить. Но опять же, должен только проводящий клей быть. У меня такого нету, поэтому пришлось, грубо говоря, на наждаке ровненько выпилить вот такие вот ножки. Ну и в конце концов, может, все-таки в продаже будет, надо все заехать. Сегодня не смог просто заехать, замерз, тупо замерз. Это ужас какой-то. Думал, до магазина съезжу, а тут еще и пробки, и получилось так, что я почти час возвращался. Ну, соответственно, если навыки есть паяния, все это можно легко сделать самому. Единственное, есть небольшие нюансы там, как ставить это все дело, но, наверное, роликов об этом тоже много. И все, сейчас ставим пружинки. Надеваем вал. То есть вот они у нас
гуляет. Тут единственное, что еще длина очень важна, то есть может потребуется укоротить вот эти вот лапки. Я, в принципе, уже напаялся. По идее, это все за пружинки, наверное, что такая длина. Кажется, должен влезть. Вот, тут можно вот так выгнуть назад. Мне кажется, будет более надежно то, что это, в принципе, российские заводы изготовителя нашего. Качество, конечно, на 4 штуки вот одна бракованная. Но все равно, как бы, если они работают, то работают годами. То есть вот так вот надо нам зафиксироваться и сюда продеть вал. Сейчас я продену. Дальше будем с вами подключать и проверять. Так, щетки пришлось немного подточить. Руки поэтому грязные. Теперь после того, как собрали, подключаем блок питания. Ну, можно аккумулятор подключить. Нужно притереть щетки. Так, сейчас я лучше аккумулятор подключу. Тем более у меня тут счетчик есть. Надеюсь, ничего тут не замкнет. Вот подул. Вот как греются провода. Хорошее потребление. Так. Вот как видим, в принципе, все прекрасно работает. Самое главное, когда обратно вставляете, чтобы вот эти вот провода отчеток не задевали за корпус. Это очень важно, потому что чтобы у вас не было короткого замыкания. И вот так вот, в принципе, прогоняем. В принципе, обороты у нас тут не повышаются. Я так понимаю, это максимальные. Ну, дует вообще прилично. По идее, надо подольше погонять. Потом снять и посмотреть износ щеток хотя бы сбоку. Смазывать здесь ничего нельзя. Ни в коем случае щетки смазывать нельзя. То есть я изначально говорил, что требуется помыть полностью мотор как снаружи, так и изнутри, так как щетки под замену, то есть можете мыть прям смело щетками, то есть чтобы грязи вот здесь не было никакой. То есть вот это все можно вот так же кисточку обрезать, да, и водой из-под крана, лучше горячей, с фейри я обычно вымываю, там с домастом или как он там. После чего можно, в принципе, подкрутить это все дело. Ну и, соответственно, посмотреть. Вот тут есть отверстие такое специальное, напротив щетки основной. То есть можно посмотреть износ первой щетки. Очень хорошо. Дальнюю плоховато видно, но фонариком, если подсветить, все это можно разглядеть. Вот сейчас еще щетка притирается, и также вот смотреть можно здесь в отверстие, чтобы у нас вот эта вот проводулька, которая там сверху торчит, ничего лишнего не задевала. Так, а ну вот отверстие вот так насквозь попадает в кадр. Да, вот отверстие. Вот так, если смотреть вот под таким углом, прям видно вторую щетку четко. Вот под таким. Вторая щетка стоит ровненько.
Плюс еще вот этих наших российских щеток, то, что они жесткие, реально жесткие. Кстати, по поводу того, что в стартерах, да, на восьмерках, там, на десятках ставится, ну, там стартер вроде бы один и тот же. Их стоит 4, да, механизм съема приготовил специально вот от Германии, вот такого же плана, это чтобы у нас большая мощность прилагалась на статор, правильно, да, на статор прилагалась большая мощность передачи тока, соответственно, крутящий момент, чтобы мощность была, сила прилагаемая для завода машины выше. То есть вот эти вот щеточки многих кто-то говорит меняет. Я вот, честно говоря, у меня восьмерка была лет, наверное, 7, то есть то, что я купил, оно было бэушное, и то есть я продал, и проблем с этим не было. У меня была единственная проблема со втягивающим. И, кстати, я разбирал же, думал, щетки, мне все говорили, и вот эти щеточки я посмотрел, были вообще в идеальном состоянии. Вот она, щеточка, которая вторая была из четырех. Вот провод от нее, он был просто завальцован. Я не знаю, как они это делают, конечно, но он был вот так вот вставлен. Я его кусачки выдергивать, и, соответственно, у меня тут поломалась немножко. Где-то тут вот такая вот фигневина. Как-то вот так вот сломалась криво, блин. Три части. Так что вот, как видим, все прекрасно работает. Итак, не знаю, где я остановился, но 2 часа у меня работал. В итоге посадил в ноль аккумулятор, и блок питания его еле тянул. Давайте посмотрим, как теперь он крутится от блока питания. Как видим, даже от блока питания, в принципе, он начал стартовать. То есть он 2 часа пролопатил просто так. То есть щетки притерлись. А теперь давайте посмотрим, как он потребляет, ну, то есть крутится с большим током. И блок питания. Как видим, печка вполне рабочая. То есть вентилятор, двигатель, мотор полностью восстановлен. Шумы посторонние ушли. Вот сейчас еще слышно вот такое. Это щеточки дотираются. То есть там еще надо какое-то время, чтобы они притерлись до конца. То есть, по идее, сейчас бы мне все это дело обратно бы разобрать. То есть, если посмотреть. Вытаскивается, вот, кстати, вот такого же плана. Вот здесь болты не забываем откручивать, иначе не снимется. Я просто до конца еще не собрал. Сейчас. Так, придется тем же самым методом, что я выковыривал. То есть вот из-за чего я здесь вот сломал. Это на морозе делал дело. Ну, соответственно, на морозе было сложно выгнуть вот эти вот провода. Хотя инструмент, как всегда, у меня по работе весь есть. Так. Немножко мусора высыпалось, вот шлак от щеток. Ну, вроде не сильно много, это плюс. Также, кстати, со временем вот сюда вот попадает пыль, вот это вот отверстие технологическое, так скажем, оно подключает сюда шланг. То есть его надо будет сдергивать, а потом обратно вставлять. Это то ли подогрев печки, то ли чтобы из нее вода выходила или конденсат. То есть она идет патрубок вниз резиновый. То есть, ну, соответственно, обратно. Тут 2 винта я прикрутил. Кстати, не до конца вроде. Да. Проверяем затяжку винтов. Нормально ставим, соответственно, по шкабелю нашему шлейфу проводов моторчик, чтобы вот эта дырочка была напротив нашей в пластике. Ну и, соответственно, хоп, и делов.
Соответственно, вся переделка мне обошлась, ну, немного времени и, так скажем, ну, в остальное время, то есть он притирался там, я уже не подходил. То есть подобная доработка, я не знаю, в магазине он вроде бы стоит в районе 3000, если я не ошибаюсь, вот этот моторчик или двух, но это сильно круто, уж поверьте. Я вот, честно говоря, всем говорю, что корейские запчасти дороже стоят, чем на BMW. Даже датчик кислорода, блин, когда я зашел в магазин, увидел, что на BMW стоит 1500, а на мою 2700. Что-то я был как-то в шоке. Вот это вот все дело, резиночку ставим обратно, чтобы у нас влага не попадала. Это у нас как раз сверху идет. То есть обязательно ее надо ставить. Соответственно, как я уже говорю, что лучше это делать в теплом помещении. Во-первых, проще будет работать с пластиком. Во-вторых, не так холодно. Потому что если на морозе, то это гораздо дольше времени займет. Мне вот, в принципе, я сначала в шоке был, ну, как это делать. Первый раз я восстанавливал мотор вот такого плана, машинный, так скажем. Вот по поводу вот этого всего дела, как видим, я тут вырезал. Сейчас провод обратно сюда загоню, чтобы он... Кстати, очень жесткий пластик на морозе, прям супер жесткий. Так, вот так вот это все дело было. Так, у меня черная изолента есть. То есть опять вот руки помыл, и все, что с машиной связано, все у нас очень грязное. Несмотря на то, что у меня, наверное, единственный двигатель моется очень часто. Изолентой, ну, можно не фиксировать, но я как бы привык, что в машине должно быть все красиво. Конечно, многие скажут, да зачем, можно в сервис гонять, можно. Можно, гоните в сервис. Там он сделает так, что вы еще раз приедете и еще раз заплатите. А с тем, что у нас сейчас происходит, самому делать из подручных средств гораздо дешевле, чем покупать какие-то новые запчасти или отвозить в сервис. Хоть вот таким вот способом, да, вот по мере поступления проблем, я буду демонстрировать, как можно это все дело самому исправить. Конечно, вот мне не нравится то, что снизу нет подшипника, там по идее бы надо было смазку долбануть, но я уже собрал, не стал, побоялся. В принципе, с одной стороны, я боюсь, что у нас смазка попадет на щетки, тогда срок жизни щеток в разы уменьшится. И может произойти такое, что просто щетки могут деконтачить. То есть придется выйти, постучать. Кстати, если вы вышли, постучали по мотору, значит, еще у вас кусочек щетки есть, либо по железу залипание. То есть обязательно разбирайте, чтобы не было короткого замыкания. Если вышел из строя транзистор, соответственно, то у вас здесь, скорее всего, короткое замыкание. Ой, транзистор, предохранитель. Так что стоит обращать внимание. Также хочу отметить, здесь у нас установлены металлические грузики. Для балансировки сделана такая своеобразная. Ну и, соответственно, все. Тут немножко поломал. Нафиг. Это можно, в принципе, вот это пластик заклеить. Тут сам прижим идет вот по этому месту. Кстати, почему я еще говорю чистить обязательно? Потому что вот это все дело установлено, ну, как бы воздух гонит в салон. Ну и, соответственно, фильтра у Nexi нет. Если вы, естественно, не поставили его воздушного, салонного. Вот эта вся грязь, которая вот здесь вот собрана, она через какое-то время летит в салон. То есть вы этим дышите. То есть если вы это все помоете, то наоборот, как бы будет небольшим таким шагом. Даже, в принципе, если вы будете снимать и чистить вот это вот место,
Я, конечно, постараюсь часть заснять. Вот как можно это все снять. Ну, поставить, соответственно, на машине. Ну, это я, наверное, отдельным роликом сниму. Или, может, не сниму. Так что на сайте в теме, соответственно, все это будет. Ну и, соответственно, еще раз повторимся, вот такие вот щетки, даже не из того края, да, легко подойдут и, в принципе, прослужат не один год. По качеству они выше, чем заводские, которые шли, но придется их не только вот так вот поперек покромсать, но и немножко уменьшить саму высоту, то есть тапочка. И, так скажем, вот это вот расфуфырить медь. И убрать, я убрал 4, то есть 3 тут осталось. Вот так вот я убрал, то есть осталось гораздо меньше, чем я убрал. То есть и вот этот тапочек у нас отлично ходит в пазах, медь не застревает, соответственно, по износу щетки у нас все нормально будет вперед-назад двигаться. Соответственно, по бокам это все стачивается на глаз. Ну, еще раз подключение. Последнее, кстати, по поводу полярности, обязательно соблюдайте полярность. Тут она есть, ну, соответственно, не подписано. Так, сейчас я вам даже скажу, как она тут выглядит, полярность. Вот, короче, вот где галочка у нас вот эта вот стоит. Так, все попадает в кадр. Вот, то есть язычок этот. С этой стороны у нас минус, а с той стороны, где у нас нет язычка, соответственно, плюс. Блин. Что-то еще не согрелся. Вот. Все отлично работает. Стресс-тест можно сделать, кстати, вибростол, если у кого есть, во время работы, чтобы он потрёсся. То есть, есть у вас КЗ или нет. Ну, в принципе, все исправно. На этом все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, данное видео кому-то пригодится. И вы малой кровью сможете также восстановить. Итак, кстати, по поводу инструмента. Понадобится крестовая отвертка, плоская отвертка для удобства. Понадобится две щетки, понадобится паяльник, понадобится, я не рекомендую вот такими вещами пользоваться. Лучше либо шлейф-машина какая-то, чтобы вы ровненько смогли щетки сделать, либо точильный станок. Вот у меня вот такой вот, вот стоит, желтенький. Вот я пользуюсь иногда. Вот на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока. Удачи на дорогах.